Вітаю всіх, хто нас дивиться, долучається до ефіру. Сьогодні хочу представити гостя, який приїхав до нас з Житомира, Родзей Олександр. Родзей Олександр розповість свою історію про те, як віра, як Бог прийшов в його життя і що з того сталося. Сталося те, що прийшли справжні зміни, про які зараз Олександр ознайомить всіх, хто нас дивиться. Вітаю, Олександр. Вітаю. Що сталося в твоєму житті, що привело тебе до віри, які події були тими підваленими для того, щоб прийти дійсно до Бога, до життя? Кого-то Бог приводить через трудності, кого-то просто хто-то услышал Евангелие, его сердце откликнулось. Меня Бог привел через трудности. То есть в 14 лет я попробовал наркотик, гуляя на улице с друзьями, в простых компаниях, выховывался на улице. И попробовал первый раз наркотик. И, соответственно, у меня появился девиз, что в этой жизни надо попробовать все. Соответственно, от маленького наркотика переходило все больше, глубже и глубже, и я залез в систему, так называется. Ну вот, а батьки, Саша, батьки, родина, 14 років, що наркотик такий доступний сьогодні на вулицях? Ну, я жив і вирос в воєнній сім'ї, мій отець був воєнний, как бы сім'я благополучна, все було. Ну, в какой-то момент прийшла какая-то разруха, що вот этот достаток, который был в нашей семье, он куда-то ушел. То есть начали ссоры с родителями, родители друг с другом начали ссориться. Я, соответственно, больше времени проводил на улице, то есть как бы и рос на улице. Батьки думали, что если мы живем в военном городке, как бы все нормально, как бы дети всех... Хотя они не знали всю подноготную всего двора, что происходило и как. Ну, соответственно, когда уже у меня пришли проблемы, то есть они начали подозревать, что что-то не то. Ну, я как бы говорил, что все нормально у меня, то есть трудностей никаких нету. Потом ушел от нас отец, развелись с мамой. И то есть мама начала выпивать, соответственно, старший брат, у нас в семье трое, старший брат тоже начал выпивать, сестра младшая тоже начала гулять. То есть все, вот пришла разруха настолько, что бывало такое, что даже дома не было чего покушать. То есть каждый жил своей жизнью. Кто-то зарабатывал воровством, кто-то еще чем-то. Але, Саш, коли дивишся, батько розлучився з мамою, да? Здається, має щось зупинити тебе, якісь цілі змінитись мають, якось навпаки, щось зробити для того, щоб допомогти мамі. Чи взагалі такі моменти, фактори не стримують людину? Взагалі, я вже коли був в проблемі, то есть меня уже как бы больше ничего не интересовало. То есть только моя жизнь, потому что когда ты уже стал наркоманом, то есть ты становишься эгоизмом, то есть ты думаешь только за свою жизнь. То, что там происходит уже в семье, как бы тебя, да, касается, но твое сердце, оно уже не болит. Потому что твое сердце думает, где завтра, за что уколоться, и чтобы ты хотя бы чувствовал себя человеком, когда ты уже сидишь в системе. И когда уже отец ушел, для меня это больше стало толчком, чтобы просто погрузиться в эту греховную, грязную жизнь. То есть я уже сколько раз хотел покончить с самоубийством, там, и золотым укольчиком, так называется, хотел убежать от этого наркотика и сесть в тюрьму, то есть начал делать плохие вещи так, чтобы меня споймала милиция. Но почему-то она меня не ловила. Потом, уже когда я пришел к Богу, я увидел, что Бог меня все это время хранил для чего-то. С 14 лет я просидел в системе, 6 лет я прокололся. То есть потом проблемы, когда наркотики, соответственно, повылазили болячки. То есть я важил 46 килограмм, при моем 1,74 м, это дистрофия. Тромбофлебит на ноге, шея раздутая. То есть я почти не мог ходить. Лежал в больнице. Ко мне пришли два парня и засвидетельствовали мне о Господе. Я им сначала не поверил. До чого ты взагалі про Бога не знал, ни про веру, ни... Вообще. Ну, как бы я знал, да, батюшки, вот я знаю, что батюшка, вот когда там на поминках, вот только вот так вот мы пересекались, как сказать, с христианством так называется. А про Бога я не слышал. И вот пришли два человека, которые мне сказали, что есть Бог, который может тебе помочь. Я им не поверил, я думал, что это переодетые работники милиции, которые хотят меня на что-то потянуть. Потому что до этого мне два месяца назад как бы вела милиция на определенные вещи, чтобы я подписал там пару бумаг и взял на определенные на себя статьи. Как бы я от них убежал. И когда они мне говорили, что есть Бог, который может тебя освободить, типа говорит этот человек, что я был такой же самый,
и Бог меня освободил. Я смотрю, ну не вижу, что он такой же самый. Я стою 46 килограмм, а он упитанный, красивенький, от него пахнет. Другой говорит, что Бог меня освободил уже как... А мне слышится, что освободил его из тюрьмы. Я смотрю, нету ни наколок, ничего. Ну, думаю, ну, наверное, милиция рассказывает. Как-то мне рассказывает, чтобы меня на что-то. И потом мне сказали, мы будем за тебя... А что послужило? Они когда сказали, что твоя мама попросила, чтобы мы пришли, для меня стоп. Моя мама не могла, потому что моя мама сейчас употребляет алкоголь. Она не могла никого и попросить. И для меня это вот как закрытая завеса. Все, я от них ничего не принял. Ну, когда они сказали, что мы будем за тебя молиться, я говорю, молитесь, только побыстрее, чтобы от них уйти. После этого, когда я вышел из больницы, я встретил этих людей. И опять этот человек меня засвидетель, говорит, давай вместе с тобой пойдем в церковь. А я опять залез в систему после этой больницы. И думаю, может попробовать, может действительно Бог есть, который может меня освободить. Потому что тюрьма меня не закрывает. Сколько я передозировок мне было, всегда меня откачивали. Пошел первый раз в церковь. Увидел других людей, которых Бог изменил в жизни. Я видел того человека с тем, который я кололся. Он для меня тоже стал свидетельством. И я захотел вот что-то поменять в своей жизни. И настолько у меня в это в сердце после молитвы покаяния появилось желание меняться. И я решил, что я буду идти за Богом. Да, потом, конечно, мой путь был долгий. То есть мне предложили попасть в реабилитационный центр, где я пройду от зависимости нарко. Реабилитацию, да. И я сказал, да, я хочу попасть в этот центр. Ну, денег там, благодейные внески, то есть не было финансов, чтобы там за питание оплатить, то есть вот такое. И Бог как-то решил, чтобы меня взять, как сказать, безвозмездно. Я начал делать, там надо было бумажки, документы собрать. И как-то вот в этой, вот только начал я собираться это сделать, в моей жизни пошла черная полоса. Меня опять принимает милиция, меня опять закрывают на КПЗ, начинают меня это... 15 суток я отсидел на те бумаги, которые они мне давали, чтобы я писал, я не подписал, потому что судья закрыл на 15 суток, то есть они хотели меня через сутки опять закрыть, чтобы я все-таки подписал. И я начал бегать и думаю, надо уже быстрее. Прибежал в церковь, как раз был день молитвы, я говорю, слушайте, я хочу все сделать, чтобы вы меня забрали прямо сейчас. Они говорят, завтра мы тебя забираем. Я уже не мог дождаться этого дня. Когда я приехал на центр в следующий день, ну, соответственно, наркоман думает, последний раз уколюсь, последний укол сегодня сделаю. Я приехал под воздействием наркотика на реабилитационный центр. Я думал, что приду, там какая-то келья. Я не представлял, что такое реабилитационный центр. Я думал, это верующие люди, там в рясах ходят, типа как монастырь. Пришел, смотрю, нормальные ребята, того знаю, с тем кололся, того знаю. Меня, думаю, все свои. Наверное, я все-таки правильно я попал. Ну, соответственно, под воздействием наркотика они мне начали проповедовать слово, что Бог там свидетельствовать. Ну, под воздействием наркотика мои уши не слышали, то есть я засыпал. И они говорят, ребят, давайте помолимся за Сашу, чтобы Бог его коснулся. Они начинают молиться, то есть Бог меня коснулся. И наркотики, вот так, воздействие наркотика вообще ушло от меня. То есть по всем законам, как сказать, наркомана и физики, то есть этот наркотик еще должен был держать меня воздействием минимум 3-4 часа. После этой молитвы с меня вообще ушло, что я вот употребил утром наркотик. То есть я думаю, ну как так? Как такое можно? И когда была у меня началась сломка, мне включили фильм «Иисус», я лежал. Ребята видят, что я кручусь, не могу сидеть на месте. Они говорят, что такое? Я говорю, начало ломать. Они говорят, ребят, давайте опять помолимся. Подошло 5 человек, опять ребят, начали за меня молиться. И я опять почувствовал прикосновение Бога к своему телу. То есть реальное физическое прикосновение к своему телу. И меня попустила ломка. Я думал, ну все, значит, первый раз, когда я в больнице лежал, я месяц не спал. Наверное, я здесь месяц как минимум спать не буду. На третий день, а мне говорят, если не будешь спать, там буди, будем с тобой общаться, чтобы тебе было не одному и чтобы крышу тебе не срывало во время ломки. Я так думаю, ну будить никого не буду. А другой брат мне говорит, если будет плохо, бери Библию и читай. Я думаю, беру Библию, в 3 часа ночи иду в туалет, все спят, включаю в туалете свет, открываю Библию с Бытие и думаю, вот, наверное, с Бытие, наверное, до середины, как раз пока месяц пройдет, я буду читать. Я начинаю читать Библию,
первую главу я только начал заканчивать, у меня начали закрываться глаза. Мне настолько начало хотеться спать. Тоже реально это... Такого невозможно. То есть, когда выходит наркотик, то есть люди долгое время не спят, потому что то есть психологически тело не может остановиться. Я быстро дошел до кровати, положил Библию возле кровати, и с 3 часов я поспал первый день до 6 утра. И так вот Бог начал изменять мою жизнь. Я познавал Его истину. Я никогда не мог мечтать, что у меня будет там семья, там дети. Скільки років ти був залежний, щоб взяти, от, сказати нашим глядачам? Шість років, так. Да. В повній торбі. В повній торбі, коли вже, ну, ти тільки просипаєшся, де взяти. І в цей момент, коли ти от 6 років був залежний, ти хотів закінчити життя самогубством. Тому що я вже не знав, де вихід. І мені настільки надоело, мені і моєму тілу, у мене були і гнойники, ну, тобто всякі болячки вилазили. Тобто, якщо б я не укололся, то наркотик, це був, як сказати, замораживатель болезни, которые вот проводили. Только не укололся, все вылазило наверх. Мне надо было хоть полкубика уколоться, чтобы чувствовать себя просто как человек. Ты говоришь, в 14 років ты розпочав вживати наркотик. Невже наркотик такий доступний сьогодні от молоді нашій? 14 років його може любий хлопчина або дівчина просто купити, хтось запропонувати його. Де його беруть взагалі? Я хотів би, щоб органи наші, влада почули, що це все реально настільки, що з цим треба реально вести боротьбу, а не просто якусь імітацію робити, що йде якась боротьба. Ну, тоді, в 97-му році, це був, ну, після розпаду, да, Совєтського Союзу, тоді взагалі був хаос. Як би наркотики більше були, як сказати, це опіумные, то есть это маковая соломка. Сейчас наркотики, они усовершенствовались и, соответственно, стали более доступны благодаря интернету, благодаря аптекам, которые продают медикаменты, которые несут наркотические вещества без рецепта или нарушают закон, продают вне тихонько с под прилавка. И это становит доступ до молодежи. И сейчас наркотик еще опустился ниже. Не 14 лет, как я попробовал, а из 9 лет, из 10 дети уже. Если сейчас взять статистику по школам, наверное, с 5 или с 4 класса дети уже, наверное, употребляли или какие-то наркотические таблетки, или марихуан. Саш, покаяння. Прийшли зміни. Які ті зміни зараз? Видимі зміни? Видимі зміни, що я, перше, я живой. Это я живой. Я имею радость в жизни. Я радуюсь то, что я есть, то, что я живой. Первое. И второе, что Бог мне дал жену и детей. Я сейчас имею прекрасную и любимую жену, и имею прекрасных и любимых детей. У меня их четверо сыновей, которые славят Бога, которые любят Бога. И то есть я реально не мог представлять, что такое может в моей жизни быть. Но Бог, когда вошел в мою жизнь, я познал Его истину. Для меня вещи, которые я не знал, они начали открываться. И я знаю, что в Боге возможно все. Саша, який займався беззаконням, чим зараз займається? Зараз я, ну, служу адміністратором церкви. Це моя основна робота, це моє служення Богу. І працюю, тобто я теж таке свідчення, я закінчив 2 роки назад закінчив державний університет телекомунікацій. Тобто теж для мене, щоб вище образування отримати, Саша той, який вчився двойки-тройки. Тобто я реально закінчив по Божьей благодати этот университет. И имею работу ремонтно-мастерская радиомобильной электронной техники. За обмаль часу мы змушені завершувати нашу програму. Що б ти міг би сказати глядачам, які нас зараз дивляться, які теж переживають, мають або сина, або дочку, які сьогодні знаходяться в колапсі наркотичному. Що б ти міг би сказати цим батькам, рідним, близьким? Я б хотів сказати, що знайти церковь, где проповедуется живое Евангелие. Библия говорит, не оставляйте собрания своего. И Господь говорит, я построю церковь, и врата ада не одолеют. То есть в Доме Божьем есть все истины и есть та сила, которая способна изменить жизнь человека. В Библии есть та истина, те ключи благословения, которые есть для каждого человека, те обетования, которые Бог. Ну, если люди их не познают, они не могут прикоснуться к этим обетованиям и почувствовать или измениться в другой жизни. Потому познайте истину, и истина сделает вас свободным. Это и в наркотиках, и в алкоголе, и в каких-то других зависимостях, и в нищете, и тому подобное.
Потому мой призыв к людям, чтобы люди шли в церковь, не убегали от Бога. Бог — это не в рамках. Бог — это всемогущий Бог, Творец неба и земли, который знает ваши проблемы, который готов помочь вам в любую секунду, в любую минуту. Только ваше сердце, чтобы открыть и призвать его в свое сердце. Дякую Олександру і всім хочу сказати, хто нас дивиться, що дійсно Бог живий. Він вчора, сьогодні реально діє для того, щоб допомогти кожному, хто покличе його ім'я. Тому зараз, якщо ви чуєте нас, закликайте ім'я Господнє, моліться до нього, взивайте так, як ви вмієте, і обов'язково Бог дасть вам відповідь, як колись дав Олександру. На все добре.